Ульяновские полицейские задержали мошенника из Челябинска. Подозреваемый в социальных сетях продавал доски для водной переправы сабборды. Жертвой так называемого предпринимателя стал житель Ульяновска, который решил приобрести прогулочные доски. После оговоренных условий ульяновец перечислил продавцу 36 тысяч рублей, однако заказ свой не получил. Вскоре он понял, что стал жертвой обмана. Мошенником оказался ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. Продавал товар в интернете. Брал предоплату на карты. Дальше не возвращали? Нет, деньги не возвращал. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».